В четверг утром жители девятиэтажного дома, расположенного напротив парка имени Гагарина, вызывали спасатели, чтобы помочь престарелой соседке. 84-летняя женщина – инвалид по зрению. По дому она передвигается исключительно на ощупь. Утром старушка выходила из ванной комнаты, но поскользнулась и упала на пол. На то, чтобы самостоятельно встать, у пенсионерки сил не нашлось. Ждать помощи горожанке было неоткуда. Она живет одна, а родственники появляются в ее доме нечасто. Лишь спустя несколько часов после падения женщина смогла доползти до телефона и связаться с соседями. Она говорит, я лежу, вот, видно, пришла в чувство. А так, ориентировочно, говорит, 6 часов она упала. Мужчина адресовал вызов спасателям, чтобы не доставлять пожилой женщине лишних неудобств. Сотрудники МЧС не стали ломать двери, благо квартира, в которой пенсионерка оказалась пленницей, расположена не слишком высоко, на втором этаже. План А – залезть на балкон, потерпел крах. Дверь оказалась забаррикадирована изнутри. На помощь бабушке отправили самого худого спасателя. Ему предстояло протиснуться в узкий проем прямоугольной форточки, высотой не более 20 сантиметров. Ну, короче, это, давай через форточку, я с ней сейчас поговорил. Вытащив из рамы стекло, сотрудник МЧС пробрался в квартиру и открыл дверь коллегам. Первым к осмотру приступил медик, работавший в составе спасательной бригады. Падение обернулось для пострадавшей внутренним кровотечением. Для дальнейшего лечения пригласили врачей скорой помощи. С места происшествия Ольга Кошелева и Павел Рогатин.